В Орле объявлен конкурс снеговиков. Первыми в борьбу за право называться лучшими в деле катания снежных комьев вступят предприниматели. Затем шанс посоревноваться организаторы дадут и горожанам. Будет представлено. Мы предполагаем, что это, возможно, снеговик. Мы не ограничиваем творческую фантазию. Мы и лепим, и мастерим из любого подручного материала. И для этого он разбит на 3 этапа. И в выставочном центре, и на улице, и перед трудовыми площадками или творческими коллективами делается это все совместно. Фигуру героя новогодних и рождественских праздников предлагается соорудить из подручных материалов. Как только поделка будет готова, о своем шедевре нужно заявлять в город-администрацию. Сделали это уже 5 организаций. Имя победителя, которого, кстати, помимо ценного подарка, ожидает еще и выставка в городском парке культуры и отдыха, жюри назовет 29 декабря, в последний рабочий день уходящего года.